Помните эту песню? Это песня про наш Новосибирск родной, про мой Новосибирск родной. Я решил запустить серию съемок, серию сюжетов «Мой сокровенный Новосибирск». И вот первым начну с себя. Начну с того места, где я появился на свет, где я появился, где для меня начался Новосибирск. Это то самое место. Это вот угол улицы Урицкого и улицы Коммунистической. Здесь находился больше 50 лет назад первый родильный дом. Именно сюда привезли мою матушку в уже критическом состоянии. У нее начались преждевременные роды. Отец служил офицером в Толмачево в авиационной части. Слава богу, нашлась машина, примчались быстро. Переезд, там он, на где теперь тещин язык, там был переезд, слава богу, был не закрыт, и мы успели. Сразу же родился. «О!» – воскликнула акушерка, «там еще один! Родились двое, у меня ведь брат-близнец еще есть». Отцу, которому сообщили вот здесь, как рассказывают, он там по потолку стал бегать. Два сына. А дело в том, что когда я родился, я не задышал, меня едва откачали. И поэтому отцу сказали: «Рано радуешься, офицер, лейтенант. Второй-то у тебя, может быть, выживет, а первый очень слабенький». Так вот, первым был я. Видите, ничего, пока выживаю. И мне очень нравится выживать в моем родном Новосибирске. Вот моя сокровенная история, мое сокровенное место. Урицкого 1, родильный дом номер 1. Здесь, где мы с братом появились на свет с разницей в 5 минут. Много есть на свете песен разных о больших и малых городах. Пока. Расскажите мне свои сокровенные истории про Новосибирск, про ваши местечки, какие вам дороги. Я покажу их. Пока. Ваш Тимур Ханов. И колокол бьет. Вот так специально не задумаешь.